Здравствуйте. Ну вот, такой мини-обзорчик кофемолочки Vero Selain. Вот. Собственно, недавно пришлось ее купить и заодно посмотрим, что она может, чего нет. Ну, точнее говоря, я уже посмотрел, но сейчас вам продемонстрирую. У меня такая вот крышечка любопытная. С двойным дном, назовем это так. Вот. Так вот она надевается. И вот и кнопочка начинается. Проблемка. Она заключается в том, что все зерна и молотый, он прибивается к краям, и тем самым получается, что не размалывается как следует. Сейчас я достал ложечкой, помешиваю, потому что, видите, здесь прям вот кусочки такие зерен попадаются. И размолоть его до состояния такого порошка хорошего. Так у меня не получается. Ну вот как бы даже там встряхивать ее как-то приходится. Вот, а с учетом того, что я завариваю кофе сразу в чашке, в кружке. Вот эти вот кусочки, которые там остаются, даже кусочки, можно сказать, они, честно говоря, комфортно добавляют. То есть это какие-то зерна, которые плавают у тебя прям в чашке. Ну, в общем, перемолоть основательно. Либо, я не знаю, что делать. Фильтровать, но тоже это не вариант, как-то слишком много заморочек получается. Ну, так оно вроде смололо, да, но все равно вот эти вот кусочки, видно, немножко не остались. Ну, последний раз все попробуем. Честно говоря, мне она не понравилась, эта кофемолочка. Ну, может быть, не двойка, да, но, наверное, тройка – это максимум, что ей можно поставить. Еще вот этот провод. В некоторых моделях сделан так, что он может прям заматываться непосредственно в корпус. Вот здесь он висит. Ну, в общем, рекомендации такой купить я вам не дам.